Сотрудники госавтоинспекции зафиксировали многочисленные нарушения в сфере перевозок грузов и пассажиров. Только за пару часов профилактического рейда в областном центре к административной ответственности были привлечены 18 водителей, управляющих автобусами. Основными нарушениями со стороны водителей стали управление транспортным средством необорудованным или с неисправным тахографом, нарушение правил перевозки пассажиров и управление транспортным средством при наличии неисправности. Кроме того, по 16 фактам рассматривается вопрос о привлечении должностных или юридических лиц к ответственности в соответствии с действующим законодательством. Подобные рейды, по словам сотрудников госавтоинспекции, будут проводиться регулярно, в том числе и в районах области.